Натуральные, искусственные, металлические, в стиле хай-тек. Каких только елок не видели зареченцы. В начале 2012 года в нашем городе появилась еще одна современная красавица. Двор музейно-выставочного центра украсила пневмо-елка. Довольно простая и удобная в обращении конструкция. Под действием специального компрессора большое зеленое полотно быстро приобретает форму новогодней елки. Всего 3 минуты, и вокруг наряженной 6-метровой красавицы уже можно водить хороводы. Кроме надувной елки, в музее появился 3-метровый снеговик, выполненный по той же технологии. Современных героев новогодней сказки в МВЦ встречали шумно и весело, в атмосфере праздника. Для юных горожан устроили настоящее представление с песнями, танцами, играми, конкурсами и главными зимними забавами – игрой в снежки и катанием с горки. Светлана Демина, по материалам музейно-выставочного центра Заречного.